возвращаемся к нашим истокам, декоративно-прикладному творчеству, все, что когда-то делали наши деды, прадеды. Поэтому центр у нас уже 10 лет, с 2008 года. Ну, а студия «Бирюста», которая по сей день руководит Любовь Анатольевна, начала работу свою в 2009 году с мая месяца, как только пришла в наш коллектив Любовь Анатольевна. А до этого работали тут другие студии, но ну, как-то благодаря Любовь Анатольевне, ее вот этому таланту вручается Даловой Любовь Анатольевне, руководителю студии «Бирюста» Центра народной прелести художественного музея, за сохранение народной культуры, многолетнее плодотворное сотрудничество, ну и участие в выставке «Бирюзовая Русь». Спасибо. Здесь благодарственное письмо вручается Вершининой Нине Александровне. Участникам, которые у нас сегодня отсутствуют, конечно, благодарны нашему музею, что у нас такой центр. Мы долгое время, я уже была в 30-м училище, мы все мечтали, чтобы у нас появился такой центр, где можно было заниматься без всяких ограничений, без составления планов всяких, и это просто работает. У кого какая фантазия в голове, я не знаю, сказать, у нас такого нет, чтобы он поставил, что первый будет делать то-то по плану. Я просто у каждого своя творческая какая-то мысль, поэтому создается такая красота, что не довязала. Конечно, подсказываем, как что, и друг другу уже подсказываем, я благодарна своим девушкам, которые у нас. Я работаю почти 9 лет рядом с Галиной Александровной, Светлана Константиновна, вот они уже 8-9. Ну, приходит, у нас много, конечно, у нас приходило народ, приходит. Складываем
Да, да, вот все уставшие складываем. А, и то это обе длинные, вы двое, да? Да. Чей телефон? А, ты складываешь, что там лежит, Надя? Ваш? Ой. Ольга Сергеевна, это кто у нас? Так, теперь... Там ручка перетягивает. Нет, ну переживайте. Не надо, да? Ольга Сергеевна? Дочка. Девочка. Теперь вот это вот одну покороче, другую длинную. Берем. Как это покороче? Ну вот, и следующую, да? Да, да, да. Вот смотрите, вот эту покороче, она горизонтально будет. А так точно не услышит, как будет какая. Как и дальше?